особенности зимней рыбалки в садках. Ветерок. Пытаюсь закрыть микрофон, чтобы не мешал ветер. Вот сейчас открываем садок. Он полностью замерзший. Видите, даже заснеженный. Вот сейчас открываем. Наша задача — выловить нужную рыбу для заказа на очистку с распахом. Причем здесь сидит, по-моему, бестер, самая вкуснящая наша рыбка. И будем выбирать. Вот первая поймана. Покажи-ка. Причем... Ну, трешечка, да, такая? Где-то трешечка, отлично. Там уже... О, крупный, смотри, хороший попался. Да, давай его взвесим, кстати, посмотрим сразу. Ну, отлично. Да. Отлично, забираем. Смотрите, как вода прозрачная сейчас. Забираем. Чистенькая рыбка. Обалденная. Следующая пошла. Пока еще не пошла. Вот так вот открываем, прорубь делаем, и рыба сама подходит. Просто нужно выбирать. Погода сегодня туристическая, Бузан белый, заснеженный, морозец градусов 8, солнышко, еще одну поймали. Мелких тоже забираем, берем всех подряд. Единственное, нам нужно поймать минимум 3 крупных, которые будут там около 4,5 килограмм. Можем в этом садке набрать, конечно, отлично, если нет, то пятый открывать. А такие тоже нужны. Вон видно, как они бегают. Подходят, рыбка смело подходит. Около 0,4 не будет. Наверное, здесь, да? Тоже пойдет. Особенности аквакультуры садковой зимой. То, что все садки замерзшие, садки стоят в реке, река большая, Бузан наш полноводный. Приходится открывать, долбить лунки, открывать садок, чтобы выбрать нужную рыбу. Многие спрашивают, как рыба живет зимой, где она живет. В реке она живет, друзья. Сидит спокойненько в реке, зимует, состояние анабиоза. Он прямо поймал еще одну хорошенькую. Тоже, наверное, будет такая 3,5-3,800. Да? 3,700. Хорошо, отлично. Приезжайте к нам в гости, друзья. Скоро весна, скоро май. Самый классный месяц. Ну, конечно, не так уж и скоро. Мы ждем весну, конец февраля сейчас. Сегодня, кстати, 23 февраля. Сегодня праздничный день, а мы трудимся. Всем добра, друзья. Хорошего дня. Пока.